Сочный и ярко-зеленый газон теперь стелется по всему Струковскому саду, как одеяло. 30 тысяч квадратных метров хорошего, неприхотливого полотна. Сделан он в Самарской области с учетом климатических условий и легко приживается в промерзлой земле. С каждым днем парк становится все более красивым и ухоженным. Вся электропроводка, то есть все электрические сети парка заменены на новые. Водопровод также отремонтирован, ливневая канализация сделана. Освещение, что касается освещения, то есть столбы будут все новые. Это порядка 180 штук будет освещений. 8 опор у нас восстановленных будет, которые сохранят историю, то есть они будут просто отреставрированы. Ограждения отреставрированы и полностью восстановлены. Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку. Ежедневно работает 5 бригад по 9 человек. Также подключаются к электричеству фонари. Практически закончен монтаж системы автополива. Взамен старой, которая последние годы практически не работала. При реконструкции подумали также и о маломобильных гражданах. Теперь для них предусмотрен специальный заезд на углу Вилоновской и Максима Горького. Сумма контракта 227 миллионов рублей. Предусматривает в себе работу по устройству 12 разных типов покрытий, малых архитектурных форм, устройство электрообеспечения парка, освещение парка, устройство системы автополива газонов. На сегодняшний день выполнено 70% основных работ. Впереди благоустройство. На фонтанах у грота и мальчик с девочкой уже идет облицовка гранитом и укладка мозаики. Ремонт Струковского сада ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.